заварушки, непослушки. За животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Всем привет! С вами самая праздничная программа «День пельмень». И сегодня мы с вами будем отмечать День супергероев. Они спасают всех подряд, и особенно ребят. Друзья, отгадайте же загадку. Кто летит на помощь мне с паутиной в руке? Человек-паук. Правильно! А каких еще супергероев вы знаете? Я знаю супергероя Барби Супергерл. Как детектив она или еще умеет всех спасать? Я знаю супергероя Бэтмена. Он умеет всех спасать, а еще у него, мне нравится плащ, и у него есть машина. Бэтмобиль называется. Бэтмобиль. Мне тоже нравится Бэтмен. А я знаю супергероя Звездочка Баттерфляй. Она спасает мир от монстров, помогает своему другу Марко. Она принцесса. У каждого супергероя есть своя суперсила. Супермен умеет летать. А какую бы суперспособность хотели бы иметь вы? Делать всяких там гусениц или червяков. Когда я захочу, они выбегут и на любого противника залезут и будут щекотать. А он из-за этого убежит куда-то. Я хочу иметь способность, как пускать паутины, стрелять врагов из пистолета или сражаться световым мечом с врагами. Я хочу спасать мир от степного волка. Я бы хотел иметь суперспособность стрелять всех во всех врагов из электричества. Из пальца вылетает электричество и стреляет врага. То есть ты бы у нас был такой ходячей розеткой? Да. Я хочу себе иметь суперсилу кидаться подушками. Зачем? Если бы я кинула в кого-нибудь подушку, своего злодея, она бы заливалась, и он бы оказался уже в клетке где-нибудь. Я хочу, чтобы я телепортировалась, чтобы не опаздывать в школу или в кучу малу. А еще хорошо бы стать невидимым, чтобы подглядеть в школе, если не знаешь домашку. Ну что, супергерои, давайте спасать нашу программу веселой игрой. Давайте сплетем паутинку из наших рук, как Человек-паук. Молодцы! А теперь давайте попробуем полетать, как настоящие супергерои, с развивающимися плащами. А для плаща мы можем взять мамину парео или папину футболку. Ну что, полетели? Ребят, вы теперь настоящие супергерои. Расскажите же, чем они питаются? Я думаю, они питаются облаками. Зачем? Чтобы они могли летать. Я думаю, что супергерои питаются капустой. Потому что капуста – это полезная вещь. У всех есть свое свободное время. У супергероев тоже. Как вы считаете, чем занимаются супергерои свое свободное время? Я думаю, они покупают пружинки и все время скачут на них, чтобы летать высоко. Я думаю, что они в свободное время занимаются спортом, чтобы быть сильней. Каким спортом они предпочитают заниматься? Классической планкой. Стоять на локтях и вот так все. 7 минут. 7 минут? Да. А ты можешь столько же? Да. Какие хорошие ответы! Ребята, только не забудьте вечером вернуть реквизит в родительский шкаф. А пока продолжаем летать! У-ху! Это была программа «День пельмень». Пока-пока!